против Фейерворда в Роттердаме товарищескую играть. Их поменяли на Сити, Астон Виллу. Подача. И 1-0. Да, был офсайд здесь. Очень четко отработал. Забивает также под шумок. А также Сити сейчас заигрывание с Лионелем Месси. Это то, что везде абсолютно вас всех болельщиков. Брайтона, кто-то, наверное, подъедет из Лондона по своей программе. Обязательная правда, на трибунах уже можно без маски. Должно быть в эту коронавирусную эпоху. И обустроит довольно быстрому распространению коронавируса. Пока же давайте за Абамьянком посмотрим. Его ударом Пьер-Эмерик Абамьянк. Путь встречает, а только это и нужно для такого маэстро. Сюда на фланг, и дальше все очень просто пятится. И это открытие сегодняшнего матча. И на 12-й минуте без мяча Арсенал. С мячом-то он забил. Там было испанское противостояние. Тоже. Кстати, может быть, сегодня мы холдинга в... А пока атака Арсенала вновь довольно любопытная. Передача великолепная Роджерса. Проходить дальше, что там выдумывать, штрафной, ручный гол для габонца. И здесь совершенно неожиданный вариант. Рейналдум. Салах. Что в этой системе координат подача Арсенала. Ну так, подача. Отсюда бить можно. Еще одна закидка такая на Милнера. Великолепная обработка Джеймса. И опять высокие мячи летят на своих местах. И чувствует себя довольно комфортно Арсенал. Падение по передаче. Рухнул на землю. Робко. Робертсон. Вот как раз добавление игрока с фланга пришел. И... отличная передача. Ну, слишком много движений. Очень часто мяч к нему прилипает. Последние минут 15. Ну, мы видим. Робертсон. Подача. Ситуацию с Итак, в прошлом году 14 во всех турнирах. Удар по воротам. Салах. Классный пас на Робертсона. Прострел. В офсайда нет. Сака не доработал. Робертсон. Ну, можно было пропустить. Там Мартинес бы взял. Милнер. Робертсон. Классно разыграли мяч, и как неожиданно. Подача. Ну вот сейчас стандарта у Арсенала. Ну или со столовым расчетом. Так, сейчас посмотрим здесь, что произойдет. Ничего. Ну и разумеется, вот там вообще прощать не будет. Удар Кирана. Сака, подача. Что с офсайдом Абамьянга? Есть. Очень долго думали. Я бы сказал, и тут же Абамьян ушел с фланга. Здесь блок не идет. А мяч выигрывает Арсенал. И очень хороший момент. Он и будет подавать. Это... чтобы вы поняли, как вообще идет игра. Вот этот бегущий Ван Дайк, Робертсон. Где-то... Мане. Неко тогда вышел в основе. Сразу сделал голевую. Контракт в следующем году истекает. Переподписан. Ну и в связи... это очень серьезно. Говорят, что если Ливерпуль подпишет Тьяго... это будет называться событие с финального. Пока же удар. Ну, здорово. Фермино. И его удар. Красиво. Все, с дальней дистанции. Ну, не дают. Вот. Опа. Действительно, Фермино здесь. Против Неко Уильямса. Тяжелый день для молодого человека. Подача. Кстати, ничего подобного. Возможность играть в лучшей команде Англии. Пол Брюстер очень интересный. Молодой футболист. Он дальше уж все равно не делает. Исправляться. А он делает классную передачу. Ну и Робертсон. Ну вот возможность для скорости. Садио Мане. По пресечению XG. Ну, и дальше Садио Мане. В Англии до 23 мая. Последние 5 раундов. Тони Мидберу. Джеймс Мидберу. Недели подряд. Желтая карточка. С... Ван Дайком теперь в связке. От Салах. Абамьянг.
длинно, красиво, а тут сразу фантастические деньги. Ну, я все так, ну, просил, что у Ливерпуля. Мане тут обыгрывает соперника ниже класса. Там кроется проблема. Удар мин. По большому счету, пока мы не видим, чуть не первый удар стоит. Очень неплохо. Момент. А, видите, первая рука, наверное, была у игрока. Сразу не разобрать. Но дать по... Тут проверять нечего. О, а Сэнди Робертсон везет атаку на свои ворота. Мане как отклеился. А дальше Киран Тирни куда-то улетел. А Мане мог принести победу своей команде. 9 минут осталось. С блондинистым пробором остановил. Но, конечно, нет. Ну, как не нужно. Такой момент сейчас зреет. Удар момент. Будут вытаскивать все силы. И люди на скамейке сидят, что 5 замен. Раздавал неточные передачи, потом одумал, что вообще это не его дело. Пропадет. Уиллок поймал мяч. Суперкубок. Поехали. Салах. Здесь разгадка. Ну, утеплился Юрген Клопп. Очень четко. А что в серии? Мартинес. Арсенал, тренер Арсенала. И вот она, искренняя испанская.